оставишь это в свой фон? Конечно, я с этого начну. Немножко магии. Сделай обложку такую. Давай. Нет, вы такие красивые. Ты такая красивая. И вы очень красивые. Вообще, мы можем снимать влог. Короче, девочки, мальчики, привет. Мы в Gold Apple, Apple Gold. На канале Поля Полянская. Меня зовут Полина. Я журналист, парфюмерный обозреватель. И сегодня, во-первых, мы встретились с лучшей подружкой. Просто мы дружим уже 10 лет. Вообще. Со школы. Да. Начальный. С первого класса. И Настя, вы знаете. Короче, это Лиза. Прошу любить и жаловать. Настюшку вы знаете. Мы пришли в Золотое Яблоко. Я думаю, что это будет очень быстрый влог, потому что давно не виделись, хочется поболтать, пообщаться. Но если будет что-то смешное, я вам обязательно подсниму. Обязательно подписывайтесь и ставьте лайки. Начнем с того, что у тебя есть золотая карта. Да. Нет. Сертификат. Вот, поэтому мы здесь. А пришли смотреть всякие ништячки. Mm-hmm. Что хочу я? Я, возможно, хочу себе крем ванильный от Санбарти, если он здесь есть. Я думала взять его онлайн. Ставим Комфорт Киллер. Но там сейчас появились какие-то черные гранулы, меня это смущает. Поэтому хочу поискать и найти самые негрязные. Берите на заметку, недорогие, но очень крутые блески, вот эти, от Off Beauty. Я их уже советовала в блоге, вот привела Лизу. Они есть в разных оттенках, я советую Crystal, но сейчас посмотрим, какой выберет Лиза. Вот этот блеск, оттенок кристалл, он очень классный. Во-первых, послушай, как он пахнет, смотри, просто, он прозрачный, должен пахнуть малиной. Просто офигенный. Очень крутой. Он, кстати, здесь остался один. Плюс есть различные нюдовые варианты. Они тоже здесь представлены. Но такой я не очень. Это кремовый блеск и плотный пигмент. Я помню, ты мне дарила какой-то вот такой вот коричневый, помнишь? А Лиза только что говорила про блеск Fenty Beauty. Ей дарила. А Ариана ушла из России. Все, ее нет. Короче, думаю, брать, не брать вот этот бронзер от Kylie в цвете хаки. Вроде бы он классный. Остатки, вы помните, да? Kylie уходит. Смотрю я на этот крем. Он, конечно, потрясающий. Лиза ведет показывать свой любимый аромат. Так, 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 так. Так, так, так. Так, 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 так. Блин, видимо, мы не в тот отдел зашли. Пока интрига. Загадка, секрет, который мы обязательно разгадаем в сегодняшнем выпуске, так или иначе. Мне даже самой интересно. Дождь уходит, господи. Блин, может, его нет уже? Ты не можешь его долго быть? А скажи, что? Я, по-моему, портит твой блог. Просто как тянет время. Расскажи, что это, я подскажу. Нет, сейчас найду. Так, Лиза говорит, что все время его покупает. Его нет. А, туалетная вода мужской. Лиза говорит, что она пользуется мужским каким-то ароматом, туалетной водой. Интересно, каким? Джо Малон, я вот думаю, брать, не брать, ближе к отпуску, аромат Black Green Bay. Думаю, не буду брать. Я сегодня в Сантале, вот Лилабон. Я сегодня в Сантале, и каждый раз, когда я в этом аромате, я понимаю, что это то, что мне идеально подходит. 100%. Вот здесь был. Прям такой же коробки, но это другой. А бренд тот же? А, ну ты не помнишь. Интересно. Выяснилось, что Лизин любимый аромат – это табак ваниль. Я веду ее к бренду. Короче, выяснилось, что Лизин любимый аромат – это Tom Ford табак ваниль. Вы знаете, что я тоже люблю Tom Ford табак ваниль. Вот мы встретились. Я подала, естественно, Лизу сразу же первым делом для Maison de la Vanille. Такой аромат я разыгрывала, между прочим, в блоге. И вот они снова появились, но, к сожалению, нет теста. У многих вижу постоянно этот бренд, очень это его хвалят. Короче, я беру свой любимый карандаш, это Pupa 004, я вот его люблю, и Charlotte Tilbury Pillow Talk. Charlotte самый любимый, но его достаточно сложно достать, думаю, что может еще розовый возьму. Хотела обновить запасы, вот сводч на 02. Кстати, завезли смейкеры, давно не покупала, но когда-то мне они очень нравились.
Ух ты! А вы видели, сколько сейчас стоит Кармакс? Я в шоке. Что я теперь буду делать? Буду свои беречь. А Кармакс — это мой самый любимый бальзам. Я пользуюсь только им на протяжении уже многих лет. Естественно, вызывает привыкание. А, кстати, я взяла 4 карандаша от Pulp. 2 004 моих самых любимых. 02 и 05. Потому что они вроде бы сейчас стоят достаточно приятно. И при этом это, правда, мои самые-самые любимые карандаши. Шик, с Настюхой берем вот эти бальзамчики, приятный розовый оттенок, еще очень приятный аромат, да. У нас, кстати, визажист, между прочим, очень популярный. Да, в будущем тоже обязательно создаст свой бренд, и мы будем покупать не Шик, а КК Мейкап. То, что мы купили, мы покажем вам чуть позже. Хочу быть амбассадором Шик. А ты чьим амбассадором хочешь быть? Никса. А я хочу, Никса, чтобы мне позвонил Киллиан Хэнс. Никса. А быть чудесным амбассадором Киллиан. У меня уже и флакончики все есть. Щёночки запомните, мои. Запомните это лицо. Это лицо может стать будущим амбассадором Шика. Вот так мало нужно для счастья. Идеальное завершение этого блога. В золотом яблоке теперь есть Томас Космала или Космалава, я не знаю. После любви, вот, или ночь любви, короче, заход под покору, ой, почти невозможно дышать, честно, когда в нём. Ну, как интересно. Go, Apple, Apple, go! Смотрите, какая красота! Чудо, просто чудо! Да, ну, скажи! Это безумно красиво, просто, как каждый охотник желает, знаете, сидеть в Азон.